с электрической печью. В Богучанском районе завершается строительство нового жилого поселка для нефтяников. Я здесь, Пожар! Здравствуйте, у нас возгорание. Адрес. В Железногорске прошел традиционный праздник МЧС. Спасатели в игровой форме рассказали о правилах пожарной безопасности. Представьте себе, целый город открыт. Дома, машины. Что им стоит ночью голограмму солнца запустить? Песни, танцы и размышления о будущем. В Зеленогорске прошел мюзикл от детского международного проекта «Нукидс-2016». На территории поселка в Богучанском районе подводят последние штрихи по благоустройству. Уже совсем скоро здесь будут праздновать новоселье. Подведены коммуникации и подключено электричество. Ресурсом для отопления станет нефть. Тепло будет подаваться заказчикам от строящейся станции центрально-ремонтной. Все коммуникации у нас подведены, опрессованы. Все остальное зависит от генподрядчика, который строит станцию. В каждом доме по 12 однокомнатных квартир и по 6 двух- и трехкомнатных. Предусмотрены пандусы для людей с ограниченными возможностями. Сейчас строители обустраивают 3 площадки для детей и места отдыха для взрослых. В подъездах есть помещение для колясок. Отделка квартир качественная и красивая. Да, в каждой квартире комплектируется мебелью, частично прихожая, плюс кухонный гарнитур с электрической печью. К строительству жилого комплекса для нефтяников приступили в сентябре 2014 года. Имея за плечами большой опыт, дома возводили быстрыми темпами. Подобные объекты есть в Тайшете, в Нижнеудинске, Ангарске и Братске. Вообще дома будут полностью автономны от транснефти. Здесь будет отдельная электроэнергия, отдельное отопление, отдельная вода. Значит, мы обратились к руководству, чтобы руководство транснефти выделило нам квартиру для участкового. Ну вот вопрос на данном этапе решается. Я думаю, будет решен положительно. На улице Сибирской будут жить не только нефтяники. Жители поселка облюбовали рядом с красивыми домами участки под строительство. Скоро по соседству начнется строительство уже индивидуальных домов. Августа в Новоселовском районе пройдет рейс памяти затопленных деревень. Больше 50 лет назад при строительстве Красноярской ГЭС и образовании Красноярского водохранилища на территории района ушли под воду 30 населенных пунктов и 4200 гектаров территории. Каждый год сюда приезжают коренные жители, чтобы пообщаться и вспомнить прежнюю сельскую жизнь. В этот раз основные действия пройдут на площадке возле монумента памяти сел, оставшихся на дне водохранилища. Возложение венков на воды моря будет произведено с парома. Чтобы принять участие в рейсе памяти, можно позвонить по телефону, который сейчас на ваших экранах, или подать заявку в администрацию Новоселовского сельсовета. Регистрация начнется в 10 часов утра. Каннские кадеты вернулись из поездки в Северодвинск. Будущие защитники Отечества побывали на территории судостроительного комплекса «Севмаш», где состоялась торжественная закладка новой атомной подводной лодки «Пермь». Также кадеты посмотрели реконструкцию боев Великой Отечественной войны. По сценарию, советская армия вместе с войсками союзника отражали наземное наступление фашистов, которое поддерживала авиация. Вернулись на родную землю кадеты 2 августа. С собой привезли сувениры, много впечатлений и, конечно же, желание продолжать карьеру на флоте. Поразили масштабы Севмаша, потому что, буквально говоря, это отдельный город. Площадь завода 300 гектаров. Также удивительно было то, что на День военно-морского флота мы ходили по форме, и каждый житель буквально Северодвинска с нами здоровался и поздравлял нас с праздником. Вообще, я как бы и до поездки собирался поступать в высшее военно-морское, но сейчас как-то еще больше даже захотелось поступить и стать уже даже подводником. В санатории Шушинский прошел открытый чемпионат по гиревому спорту. В различных весовых категориях состязались более 20 спортсменов. Среди них как опытные атлеты, так и совсем юные участники. Победители определялись в возрастных и весовых категориях по наибольшей сумме набранных очков. Все участники получили грамоты и памятные призы. Главным судьей соревнований выступил тренер Виктор Гребенников. Кстати, совсем недавно его команда победила на краевых соревнованиях в Ачинске. По словам тренера, отличный результат его воспитанников – исключительно их заслуга. Ведь они стойко выдерживают длительные тренировки. Я здесь! Я здесь! Пожар! Здравствуйте, у нас возгорание. Адрес: Ленинградский проспект, 37. Это лаборатория профессора. Помогите. Ожидайте.
Спасли из горящей лаборатории подопытную крысу Зинаиду, потушили условное возгорание в доме и вытащили из искореженного авто человека. Сегодня на площади возле центра досуга прошел традиционный праздник пожарных. Праздник спасатели посвятили Дню города и объявленному в МЧС России году пожарной охраны. Показать жителям города, детям города, кто непосредственно, то есть, или какие силы стоят на охране наших граждан, то есть это подразделение пожарной охраны. Мы демонстрируем свои возможности, проводим различные мероприятия с детьми. Это конкурсные программы, это вот сейчас познавательные какие-то викторины. То есть все направлено на то, чтобы показать горожанам, что за пожарная охрана функционирует в нашем городе. В честь праздника спасатели сегодня впервые выстроились в форме фортеции – шестигранника, отличительного знака специальной пожарной охраны России. Окружили фортецию воспитанники городских детских садов. На сцене на фоне детских рисунков на пожарную тематику ребятишки показали творческие номера. Главная цель таких праздников – в игровой форме рассказать малышам о правилах пожарной безопасности. Вместе со спасателями сегодня в познавательную игру включился и глава города. Можно баловаться со спичками? Нет! Молодцы. А можно дома что-нибудь поджигать? Нет! Правильно. А если пожар, знаете, можно куда-нибудь позвонить? Какой-нибудь телефон есть? Какой? Товарищ пожарный, главный наш в городе, сказал, что вы правильно все знаете. Вы молодцы. Давайте вам похлопаем. Всех участников творческого конкурса сегодня наградили памятными призами. Завершился праздник показом боевой спецтехники Железногорского спасательного гарнизона. Детский международный проект «Нукидс» давно знаком и любим зеленогорцами, а потому большой зал Дворца культуры забит до отказа. Все с нетерпением ждут, когда поднимется занавес и начнется магия театра. С самых первых минут действие настолько захватывает зрителей, что даже не успеваешь следить за тем, как быстро летит время. Центральными фигурами мюзикла являются три друга – Эл, Жорик и Тим. Подростки веселятся от души, фантазируя на тему, как будет выглядеть мир в будущем. Какая будет одежда, будут ли деньги и заменят ли человека роботы. Вот представьте себе, целый город открыт. Дома, машины. Что им стоит ночью голограмму солнца запустить? Это тот же виртуальный мир получается. Нет же, они так от жары спасаются. У них там духовка всегда 50 градусов. На первый взгляд, все это детские игры и ребячество, но уже спустя несколько мгновений каждый понимает, что темы затронуты вовсе не пустяковые. Например, сцена из роддома будущего. Как считают ребята, в скором времени родители сами смогут выбирать черты характера своего потомка. От цвета глаз и волос до способности писать стихи или танцевать, как Майкл Джексон. Зачем вам ребенок? Ну, как же, чтобы был. Идиот. Для радости. Так заведите робота. Нет, понимаете, мы хотим настоящего ребенка. Кровь от крови, плоть от плоти, да? Странно, но допустим. Благодаря такой детской подаче, без использования штампов и воспринимаются подобные темы, заставляя задуматься даже не столько детей, сколько взрослых. Здесь и идея о том, что в дальнейшем реальном мире будут находиться только роботы, а все человечество погрузится в виртуальный мир, чтобы не работать, и устранение так называемого гена зла и использование флеш-накопителей для расширения памяти мозга. Кстати, роль учительницы Олимпиады Эрнестовны, владеющей умами детей, сыграла вокалистка зеленогорской студии «Талисман» Арина Скомороха. Параллельно фантазии на сцене разворачивается и вполне реальная ситуация. Тим и Жорик влюбляются в Эл, и каждый желает привлечь к себе большее внимание девушки. Подключаешь мозг к компьютеру и сразу видишь все свои мысли и желания. А без компа ты свои желания не знаешь. Знаю, конечно.
В итоге история о любовном треугольнике так и остается закрытой, ведь каждый мог узнать себя в этих подростках, и у каждого был свой финал этой истории. Что же касается бурной фантазии ребят, как оказалось, все их идеи и мысли записывались учеными, и не просто так. Как сказал профессор, взрослым просто не хватает смелости так дерзко и, казалось бы, нелепо рассуждать, каким будет наш мир спустя несколько десятков и сотен лет. Прекрасная игра актеров, фантастические костюмы, завораживающие танцы и песни и простая, но такая современная история о дружбе. Все это покорило зеленогорцев. Детские фантазии, мне кажется, они самые чистые, самые бесстрашные, и они могут двигать прогресс, почему нет? Эмоции бьют ключом не только у зрителей, но и у самих актеров. Это первый показ мюзикла в этих гастролях, за исключением премьеры. И ребят переполняют радость от проделанной работы и от того, что у них все получилось, ведь поставили двухчасовой спектакль всего за 3 недели. Мы просто делаем столько всего, столько добра, и это все возвращается, и никогда не хочется, чтобы все это кончалось. Честно сказать, я играл себя больше. Больше где-то себя, где-то наигрывал, может, роль именно, где-то брал что-то из того же Шурика, но больше играл себя. Напомним, в этом году в проекте участвуют 72 ребенка, причем не только из России. Это Украина, Белоруссия, Бангладеш, Венгрия, Вьетнам, Турция, Индия и Чехия. Самые песни, но такие сложные про наш язык, но это... А не тяжело было учить русский язык? Но было тяжело. Чуть-чуть, да. Все родители, вот очень многие родители, как бы получаем обратную связь, они говорят, что дети приезжают совершенно другие с проекта домой. Удивительно, но сразу после спектакля ребята вместе со своими хореографами провели работу над ошибками. Как отметили преподаватели, ребята сыграли на все 100. И даже мелкие ошибки незаметны, так как все перекрывают эмоции актеров.